Всем привет! Сейчас мы проезжаем старинное красивое здание слева от нас. Раньше оно принадлежало госпиталю, а сейчас там находятся медицинские факультеты двух лондонских университетов. Мы уже 4 недели сидим на карантине и путешествуем недалеко от своего дома. А сейчас мы будем проезжать под мостом, который был построен более 100 лет назад, и называется он Archway Bridge, так же как и район, по которому мы сейчас едем. Вот этот мост, обратите внимание, как он декорирован. А сейчас мы едем по району, который называется Хайгейт. Здесь находится известное кладбище, где похоронен Карл Маркс. А сейчас мы едем в Александра Палас и парк. Справа от нас вы сейчас увидите индуистский храм, но он закрыт, так же как и все остальные заведения города. А это район Кроуч-Энд. Обратите внимание на то, какие здесь солидные дома. Кстати, на обратном пути в этом районе мы обнаружили кое-что интересное, поэтому смотрите этот ролик до конца. Сегодня у нас солнечно и погода, можно сказать, летняя. На солнце и в машине даже жарковато. Дело в том, что у нас очень резко потеплело и такое ощущение, как будто бы наступило лето. Многие люди ходят уже в футболках и шортах, совсем по-летнему. Сейчас мы уже подъезжаем к парку, эта улица как раз ведет к входу. Здесь вот карта изображена. Какие тут зеленые лужайки. Люди, кто играет какие-то спортивные игры, кто-то просто загорает на солнышке, греется. А мы сейчас поднимемся немножко наверх. Вот это сам Александра Палас. Он был построен в конце 19 века. И это место предназначено для различных увеселительных мероприятий, шоу, представлений. А также внутри есть каток, который работает круглый год. Но сейчас в связи с карантином дворец, конечно же, закрыт. Из этого парка открываются виды на северные районы Лондона. Вуд Грин и Харингей. В предыдущем ролике я показывала потрясающие виды на Лондон-Сити из парка Хамстед Хис. Кто не смотрел, я оставлю ссылочку вверху и в описании. Я не знаю пока, сколько у нас продлится карантин. Кто-то говорит, что это будет 3 месяца, а кто-то, что это будет полгода. Но каждые 2-3 недели сроки и меры собираются пересматривать. На следующей неделе, примерно 13-16 апреля, когда Борис Джонсон поправится, нам сообщат о дальнейших планах. Карантин могут усилить, например, запретить прогулки и занятия спортом, могут ослабить, открыть какие-либо бизнесы, либо же оставить меры прежними. Мы, конечно же, надеемся на какие-то послабления, но, если честно, я не знаю. Пока динамика еще не очень утешительная, спад только еще прогнозируется. А сейчас мы будем заезжать в один очень интересный двор. Посмотрите, он просто заставлен старыми машинами. Какие-то в хорошем состоянии, какие-то совсем убитые. Смотрите, сколько их здесь. Просто большое количество. И также машины стоят и вокруг этого района, прямо на улицах. И оказалось, что здесь находится сервис, который занимается ремонтом и восстановлением классических автомобилей. Кстати, у меня есть ролик с выставки классических автомобилей в Лондоне. Кому интересно, я дам ссылку в описании.
А сейчас впереди нас находится очень старый лес, который сохранился внутри города, и о нем я расскажу в своем следующем ролике. Мы снова проедем под тем же мостом, и вы увидите, какой замечательный вид оттуда открывается. Смотрите, вот там вдалеке треугольное такое здание, это Шет. Он находится в центре Лондона. Это одно из высоких зданий Европы. Там, кстати, тоже есть смотровая площадка, и с нее в хорошую погоду можно посмотреть на Лондон и на его окрестности. Надеюсь, ролик был вам интересен. Пишите свои комментарии, где и как вы проводите свой карантин. До новых встреч!